О том, что во взрослую поликлинику Щелковской городской больницы имени Гольцева Фрязино требуется офтальмолог, Мария Одаранская узнала от знакомых и, не задумываясь, пришла на собеседование. Для привлечения новых специалистов и поддержки тех, кто уже работает в медучреждениях городского округа, действует комплекс региональных и муниципальных мер поддержки. Да, во-первых, это доплата к зарплате. То есть, ну, в принципе, и чем мне привлекла классе эта работа, так как близко к дому, ездить никуда не надо. И коллектив тут хороший, там все подскажут, все расскажут, если что-то где-то непонятно. То есть всегда можно у кого-то спросить. Мария Одаранская мечтала стать врачом еще с детства. Играла с сестрами в доктора, ходила к маме, которая работала медсестрой на работу. Повзрослев, окончила медицинское училище, затем Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова и ординатуру в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова. Работала в частной компании и вот уже месяц ведет прием взрослых пациентов во Фрязино. За день Мария принимает около 20 человек с различными заболеваниями глаз, в том числе и хроническими. А мы напоминаем, что в Московской области для медицинских специалистов действует целый ряд программ поддержки. Компенсация аренды жилья, губернаторская доплата, социальная ипотека, приведи друга, земля врачам. Евгения Корытько, Александр Ажевский, Щелковское телевидение.